Поэтому есть много упражнений из карате, айкидо, самбо, джиу-джитсу, сумо, борьба, тайцзи-цюань, вушу, кунг-фу. Что хочешь, можно найти, что может нам помочь. Если мы специализируемся на дзюдо, значит, мы должны знать. Из гимнастики упражнений, если они нам помогают, мы их используем. Из футбола помогают, используем. Из всего, что возможно. Если картошка жареная нам поможет, мы будем ее кушать. Да? Правильно? Хорошо. Поэтому говорить о том, что это карате, это нам не нужно, нет. Если вы хотите становиться лучше, и в первую очередь для здоровья хорошо, значит, надо использовать. Теперь давайте посмотрим, что же мы можем сделать с этим упражнением. Мы в начале занятия, помните, делали вот это упражнение. Сейчас давайте я покажу, для чего оно. Почему мы делали это упражнение и зачем оно нужно? Да, кто-то сказал, это карате. Роберт, ты прав, это карате. Но все, что может нам помочь стать лучше, мы должны использовать. Итак, посмотрите, мы с вами делали вот такое упражнение, да, такие вещи. Это блок, да, все слышали, это блок. Дзюдо тоже есть блок. Первое, что, допустим, один блок. Вы знаете, что когда идет рандури, иногда бывает, что хотят взять захват сверху. Но ему захват сверху неудобен. Если я возьму, а мне удобен, то он, значит, может проиграть. Правильно? Как сделать так, чтобы я не взял тебе захват сверху? Если я хочу взять захват сверху, что делать? Ты делаешь это упражнение. Но чтобы в борьбе получилось это упражнение, надо делать его где? На тренировке. Если я не делаю на тренировке, могу ли я сделать это в рандоме? Нет. Поэтому мы с вами это изучаем. Смотрите, что мы не просто это изучаем. Сейчас я покажу, что мы будем делать. Вот. Жора хочет взять захват, потому что если он возьмет вот такой захват, он у меня выиграет, бросит меня. Я это знаю. Я не могу допустить этого захвата. Потому что, когда уже взяли захват, я гораздо больше сил потрачу уйти с этого захвата, разорвать. Мне лучше предотвратить, знаете, да? Болезнь лучше не допустить, чем допустить. Поэтому захват лучше не допустить. И вот он хочет, допустим, сверху взять захват. Берешь сверху, бери, допустим, сверху. Вот. Нет, не сбоку, а именно, смотрите, есть разные вещи. Есть захват сверху, есть захват сбоку, сбоку на уровне плеча, есть захват сбоку на уровне здесь под рукой, есть захват, раньше за ноги хватали дзюдо, может быть завтра опять будут хватать за ноги, есть захват снизу, понимаете? Разные виды захвата, поэтому сейчас Жора. Пытается, вот он шагом вперед, пытается будет брать захват сверху. Давай. Вот. Вот его захват. Видите? Да, вот потом будет. Ну пока вот это. Что мне сделать? Я, конечно же, как только он хочет взять захват, я оп. Может он взять захват? Еще раз. Может он взять захват? Самая элементарная защита, которую мы можем сделать, да, это заблокировать эту руку. Ну как я могу, если я на тренировке не буду, да? Значит, он опять берет захват,
я заблокирую. Но есть такой принцип, запомните раз навсегда. Если меня атакуют, я делаю защиту. После защиты я должен сразу атаковать. Иначе, если я не атакую, то может быть вторая атака. Понимаете? Значит, моя задача. Я защитился, да? Теперь я должен сделать защиту. Смотрите, что делать. Я эту руку веду вниз. Это продолжение защиты. Сейчас я перехватываю отворот. Видите, что я делаю? А теперь смотрите, что я делаю на грудь. Если он упал на спину, то это и пол. Значит, мы с вами отрабатывали это действие. И оно не глупое, а необходимое. В карате есть еще вот такое действие. Видели? А вот сейчас смотрите, вот оно действие из карате, которое мы с вами делаем. Берешь оттуда захват, блок, и вот оно действие. Да? Я сюда руку убираю, а эта рука идет навстречу. То есть вот оно действие. Давай. Раз. Рука уходит, а эта рука идет в захват. Но я его не бью, да? Зато нельзя бить. Но я рукой беру захват. Убираю руку, блокирую, видите его. Потому что если я ставлю вот здесь, он меня возьмет. Поэтому я руку убираю. Дальше. Я не могу стоять на этом месте. Я обязательно должен двигаться. Поэтому я уже убираю руку. И продолжаю движение. Если он упал на спину, это ИПО. Если он не упал на спину, а встал на колени, здесь есть много других приемов. Переход. Да. Туда переворот. Переход сюда, переход на болевой, удушающий и много всего. Но это мы потом сделаем. А сейчас самое важное, что я вам хотел объяснить, для чего мы делаем вот это. Потом я вам объясню, для чего мы делаем вот это. Потом объясню, для чего делаем внутрь. Есть еще и вот это действие. Есть еще и внутрь. Понимаете? Это все нам необходимо. Изучать, научиться это делать, использовать сначала тренировку параноид, потом потихоньку использовать на сигнал. Если вы сделаете свой мозг компьютером, который может решать одновременно 1000 задач, то ваш соперник не сможет вам ничего сделать. У вас будет 100% защита, вы знаете, как защититься от атак, и если есть 100% защита, всегда будет и 100% атака. Понимаете? Но если у вас только есть атака, а нет защитных действий, то вы не знаете, как можно защититься. Сейчас мы встанем парами, и вот что делаем. Партнер делает шаг на вас, да? Ну, захватом сверху, мы отрабатываем. Вот, видите, да? Теперь рука идет вниз, здесь действие за разворот. Шаг назад и потянули спокойно сюда. Упал так, ничего страшного. Главное делать спокойно. Не торопимся. Движение может быть кто-то видел, кто-то нет. В любом случае мы делаем медленно, чтобы почувствовать, как работает наше тело, что мы делаем. Друг другу помогаем, потому что если не будет помощи, мы ничего не сможем сделать. Пробуем, поджимаем. Thank you.
смотрите, что делать. Если атакует он правой рукой, то я делаю защиту левую. Но я обязательно должен сблизиться с ним. Но сближаюсь я правой ногой. Смотрите, я защищаюсь левой, вот мой действие. Вот этот шаг, вот он. Потому что, видите, я ему отдал ногу. Да? Он что-то может делать очень хорошо. Оп! Туда. То есть я как сам вроде бы защищаюсь, но в то же время иду к нему навстречу вот сюда. Это опасно тоже положение. Поэтому я иду навстречу вот этой ногой. Здесь он не может делать. Потом смотрите, что я делаю. Я эту руку веду вниз и одновременно я не здесь ее останавливаю, потому что здесь нельзя ее остановить. Он может туда пройти и взять меня. Видите, вот такой симптом. Я должен сразу эту руку убирать в сторону, вот прямо вот отсюда ее убирать туда. Это по одной причине, что он схватит здесь, по второй, может быть, у него рука очень сильная. И он все равно продавит им. Понимаете меня? Может, я очень сильно чувствую. Поэтому моя задача на секунду остановить его движение и руку сразу убрать. Провалить его в пропуск. Понимаете? Он же будет еще сильнее натаскивать. Да? Бывает такое, да? Что ты такой? Я же себе все равно вобью головой в татами. Ну, дзюдо это что у нас? Дзюдо – мягкость. Мягкость всегда побеждает твердость. Вода мягкая? Нет. Мягкая? Нет. Кто-то может противостоять воде? Она течет. Она пробивает все скалы, землю, везде. Но, как, но если мы хлопнем по воде, она будет что? Вот поэтому принцип такой. Быть мягким, но в нужный момент стать твердым. Понимаете? То есть я твердый и сразу же мягкий становлюсь. Понимаете? Чтобы начинать движение. Я мягкий, я проваливаю его сюда. Он отсюда, конечно же, будет действовать. Обычно начинают вот этой там, рукой вот, хотя бы идти там сюда, чтобы забраться. Мне, в принципе, вот это движение его и нужно. Я сразу сюда хожу и вниз его. Обратите. Я его... Это мое уже финальное движение, понимаете? Поэтому я становлюсь твердым, мягким и опять твердым, потому что я его туда, как бы, энергично туда. Значит, еще раз, у нас разные руки, ноги. Поэтому, если он этой рукой, а сверху, значит, я меняю, да? Правая, левая нога. Левая, правая. Правая, левая. Я становлюсь твердым и убираю мягкий. Понятно? Это важно. Теперь важно не сгибать. Вот некоторые делают так. Отходят и вот так сгибают. Нет. Здесь не спину сгибаем, а работаем ногами, ноги тянут. Понятно? Я движение очень важно. Ноги должны сработать. Руки, конечно же, потянут. Но руки потянут за ногами. А не руки, а потом ноги. Ноги основную работу делают. Ноги. И я все время, видите, я иногда на улицу. Я вот здесь вот. Спина прямая. Потом я могу перейти в парк. Ясно? Молодцы. Парты, какие у нас есть основные действия? Я вот болото. С этого положения самое важное, это сразу, не дожидаясь, пока он будет атаковать, сразу, или если есть возможность встать, или встретить его вот таким образом.
повернуться к нему ногами. Это самое важное. Не уходить вот сюда. Не уходить в парк. Если я сюда ушел, он меня выбьет. Это плохая защита на живот уходить. Старайтесь приучить себя уходить сразу, встречать партнера. Вот мы сейчас с вами отработаем вот это действие. Один партнер, это мы сейчас соберем карты, еще больше таких упражнений. Значит, я атакую сверху защиту. Дальше у тебя действие какое? Сюда. Дальше наши видимки. Туда, да. Почему? Чтобы я не смог ничего сделать. Дальше отходишь в сторону. Оп, вниз. Все, теперь он меня атаковал сюда вниз. Но я, видите, я не упал на спину, да? Теперь я понимаю, что он будет атаковать. Я отсюда. Смотрите, вот отсюда действие. Перешел сюда. Что отсюда я буду делать? Еще есть много приемов. Я могу отсюда перейти на болевой, да? Если у меня нога здесь, отсюда перейти на удушающий, да? Отсюда перейти сюда, сюда перевернуть, на удержание и так далее. Но если я упал на живот, что я могу сделать? Ничего. Я бездействую, понимаете? Давайте еще раз. Соединяем. Я атакую, защиту. Жора делает действие, блокирует, атакует. Я падаю. Отсюда я разворачиваюсь, встречаю. Все, вот на этом остановимся. Ваша задача научиться разворачиваться сразу лицом к партнеру. Вот эту позицию. Но при этом, конечно, контролировать, да, его захват и так далее. Попробуем. Ну давайте попробовать, что получится. Потихоньку, не нравится. Скорее всего, мы много делали, но вот просто, в принципе, это вот коронавирус. Но уже из нас... Если ты защищаешься правой ногой, то вперед идет левая нога. Если левой ногой, то идет правая. Так, на сайте.
Поэтому, что мы можем иметь в голове? Если я атакую его, я могу понимать, что он меня может заблокировать. И мои действия должны быть адекватны. Если я атакую, да, он меня делает так, да? Если я сюда ушел, я даже могу помочь ему, мне, смотри, в этом положении. Я даже могу помочь, когда он будет меня тянуть сюда, я уже даже могу в этом положении помочь и вот так сделать. Помещать, я уже могу перехватить вот здесь руку и помочь ему. Я упаду сюда с тем, чтобы сразу уже заблокировать на болевую. Я поддаюсь, я ему помогаю, он думает, а на самом деле я помогаю не ему, а себе. Это хитрости, да? Если мы не играли, мы научимся в нее играть.
Игра простая. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы берем захват за рукав. Два рукава. Вот мы обоюдно взяли захват за два рукава. По команде Хаджиме задача взять захват на спине сверху руки соперника. Играли такие? Нет, Петя. Сверху руки соперника. Если у меня рука под его рукой, это проигрышное для меня положение. Значит, я отсюда, вот Жора взял мне вот так, это проигрышное. Я отсюда должен выйти и взять Жору. Вот теперь у Жоры проигрышное положение, Жора должен отсюда выйти. А я не хочу. И вот мы играем, кто возьмет захват сверху руки на спине. Это игра, да? Я могу вообще не брать, да?